Executive Director Jeff Mullen. Our three judges scoring this contest in Octagon side are Derek Clearly, Sally Amato, and this championship belt is brought to you by Aquaman and the Lost Kingdom. Only in theaters December 22nd. Filtered, New Amsterdam is in your corner with award-winning vodka. Tennis and UFC fans watching around the world, this is the moment you've all in Las Vegas! Five rounds for the undisputed UFC welterweight championship. Honest, holy professional record, 17 wins, 3 losses. He stands 5'11" tall. Representing the number 3 ranked UFC welterweight contender in the world, the Chatting Tom. And now, introducing his opponent, losses, 1 no contest. He stands 6 feet tall, weighing in at 170 pounds. Undisputed UFC welterweight champion of the world. And over the rules, protect yourself at all times. Follow my instructions. We're going to have a clean fight. You may touch gloves now if you wish. Главное событие UFC 296. Леон Эдвардс против Колби Ковингтона. Полусредняя весовая категория, вторая защита. Очень давно не видели мы Колби Ковингтона в деле. Интересно, в какой он форме. Центр клетки занимает это. Начинает очень аккуратно прессинговать и теснить оппонента к сетке. Леон Эдвардс. Да, он покрупнее. Метров больше размах у Леона Эдвардса. Активно работает ногами с дальней дистанции. Чемпион. Минимальное количество ударов. Прежде всего, со стороны претендента. Давно, в декабре 2015 года, гильотину уступил. Плохую скорость показывает Эдвардс. Пробил там фронт-кик, потом лоу. Леон нокаут в бою с Усманом только подтверждает эту теорию. Колби, Колби скандирует зал, поддерживая. Видим. Именно таких проходов, судя по всему, и ждет Леон Эдвардса. С этим связано тоже его очень аккуратно. Все эти эмоции убрать с началом боя, успокоиться и следовать плану на бой, чем и занимаются спортсмены. Во многом напоминает этого спортсмена. Хороший здесь был размен. Поэтому лагерь не сильно менялся, по большому счету, у Эдвардса. Недоброе сразу озарило лицо Колби Ковингтона. И посмотрите, как начал двигаться Колби. Здесь за основу пока не выстреливает. Комбинация по защите от Колби. Внутренний лоу-кик. И его автором стал Эдвардс. Вот. Эдвардс и легко ушел от этой атаки. Леон быстрее. И с этим нужно что-то... Скоро начнется последняя минута первого раунда. Плохой тайминг показал Эдвардс. Колби не выбрасывает. Меньше минуты до конца первого раунда. Осторожный лоу-кик. Да, все очень осторожно. Причем и с той, и с другой стороны. Первая двойка. И вот слева. Нет, вроде бы все-таки промахивается Колби Ковингтон. Еще один тайский тип. И также не забываем, что... Очередной лоу-кик. Заканчивается первый раунд, который, судя по всему, выигрывает чемпион. Начинается второй раунд. Противостояние Ковингтона и Эдвардса. Хороший мидл-кик от Колби. Сам проводить такие раунды, наверное, больше не следует. Ну и опять же, если первая пятиминутка... Пытается он здесь перехватить инициативу, пробует вновь сайд-кик. Меняет стойку Колби.
Ковингтон ищет варианты в стойке. Пытается продолжить фронт-кик мимо. И атака справа была от чемпиона в зале и в этом октагоне. Но при этом очень мало ударов. Так, пробуют разные варианты. Кол правой ногой. Так, поднимает колено, как бы намекая Колби, что в случае, если он пойдет в проход, то получит навстречу. И то неубедительный, скажем так. Слева мазанул сейчас Леон Эдвардс. Ну и, конечно же, большая работа. Джебы. Опять поджимает. Эдвардс поменял стойку. Ну и где же атака? Хотя бы по корпусу. Гудит публика на Тимобайл-арене. И зрителей можно понять. Фронт киков, причем совсем немного готов. Колби с легкостью парировал он этот выпад. Тем временем 2 минуты, чуть больше до окончания второго. 4 в пользу, опять же, Эдвардса по акцентированным попаданиям. Да, небольшое, можно сказать, минимальное преимущество, но все-таки за инициативу. Ему надо кардинально менять происходящее в клетке, потому что тут давление Эдвардса, да, пусть аккуратное, но по факту... Но, с другой стороны, пока все плохо. Был такой поединок, да, у Эдвардса, когда вот мы практически все те же слова говорили. Может быть, и Колби Ковингтон будет выживать здесь очень долго, а потом как-то нас удивит. Посмотрим. Вновь сменил стойку Эдвардс. Видел кики по животу практически. Удары, очень много борьбы, высочайший темп. Здесь же все очень сухо, много тактики, много обманных движений. Извинился перед зрителями за скучный бой. Ну, как ему показалось. Как ему показалось. Мне кажется, Леон Эдвардс и Колби Ковингтон не будут. Да, хорошие, можно сказать, филигранные перемещения от Эдвардса. Он все видит, все читает, неплохо двигается в челноке. What are you gonna do? You throw out of the way right here. Go for the takedown. Engage for real. Because he's right here, but he's not throwing knees. Out of the way because he's gonna throw the hook. That's when you throw this one too. Because his face is there. But I go with a secure. But be very like. Больше давления, но логически получается, что хоть какое-нибудь давление нужно на соперника оказывать. Нам режиссер трансляции показывает. Уже отмечал тренер Колби Ковингтон о том, что ему необходимо менять уровни. О том, что нужно атаковать нижнюю часть тела. Бороться. Он говорит, ну посмотри, он вообще не бьет колени. Он не бьет апперкоты. Ты должен сближаться. Должен пользоваться этим моментом. В клетке здесь, конечно, все иначе складывается для Колби. Мы видели, что на первой секунде третьего раунда он пошел в борьбу. Но... Сайд-кик. Видно, что отрабатывал именно этот вариант, но он ни разу еще не прошел. А уже третий раунд. Да, обратите внимание, вот сейчас ногу прятать, меняя стойку, но потом возвращается в левшу. Ну, то есть, по большому счету, пока все идет по сценарию Эдвардса. Да, понятно, что Колби там пытался вывести из себя чемпиона, возможно, понимая, что если вот он не потеряет голову, проблемы с ногой у Колби. Поменял он стойку вынужденно. Вернулся назад. Уже мы видели. Причем нужна уже давно. 2 раунда он проиграл. И посмотрите, что происходит. Пытается бэкмаунт забрать, но не получается. Стряхивает его. Гард закрыт. И у нас практически середина боя. Да, вот если что-то и менять Колби Ковингтон, то прямо здесь и сейчас. Закидывает Эдвардс. Как-то очень легко чемпион встал и сам решил побороться, возможно, чувствуя превосходство физики. Контроль 2 ног. Есть тейкдаун у Эдвардса. 2.20. Ну и как-то со стратегической точки зрения в этом поединке. При этом он медленнее. И соперник идет в борьбу и показал сейчас, на самом деле продемонстрировал. Этот момент имел также психологическое значение. Медлились. Лоу-кик был. Ну что, будет еще одна бомбардировка правой ноги. Эдвард собран, спокоен. Ну, по такому выполняет, то... Все будет в шляпе, все для него закончится успешно. Еще чего вообще Колби может переломить вот этой встрече? Ну, с другой стороны, были странные решения в карьере Леона Эдвардса. К таким, наверное, относятся там решения большинства. То есть кто-то увидел там ничью каким-то образом. Но здесь последний раунд, третий, конечно, да, раунд у нас завершается.
С дальней дистанции продолжает чемпион. Это легкая задача для Леона Эдвардса. И парни уходят на перерыв. Так, впереди четвертый раунд. Вновь у нас те самые чемпионские отрезки. Какие воды, устроить им настоящий ад. И если собирается он это выполнять, то... И здесь же первый лоу от Леона Эдвардса. Сразу задвигалась правая нога у Колби. Гол Колби, и как-то его замотивировать. Блокирует шею соперника Эдвардс. И, возможно, сейчас претендент, понимая, что может проиграть удушающим. И удалось ему спастись. Да, конечно, очень тяжело. Он обещал быть олицетворением Америки. И вот так проигрывает. Вновь от удара в живот едва не сбиением. Но в одну калитку так уверенно, методично, концентрируясь, помимо всего прочего, на... Прямой несколько секунд назад тоже достиг цели. Постоянный контроль комфортного для себя расстояния. Вот Эдвард прилетит удар. Но при этом все очень скромно. Хороший тайский... Неприятности. Попал. Да. И пытается развить успех Ковингтона. Бросается в борьбу. Экватор 4. Сваливает вперед он Эдвардса. И перехватит инициативу ли он или нет. Будет, возможно, опять искать там... Сразу же Колби. Эдвардс не позволяет ему даже прихватить свою правую ногу. Зато забирает... Превосходит Эдвардс Колби. Что такое? Это было... И бой у нас продолжается в том же ключе. Заметьте, как легко... Ну и Колби на протяжении всего поединка не предлагал высокий темп. То есть, по сути, у нас получается, что Эдвардс ввел этот бой... Как минимум два раза здорово зацепил Ковингтон чемпиона. И, возможно, именно этот раунд является самым близким. Здесь он пытался забрать спину. Сейчас пытается закрепиться в бэкмаунте Колби. Один... Шающим приемом, видимо, Ковингтон пока набрасывает удары по корпусу. Стряхивает его с себя Эдвардса. Еще один удар ногой. Уже все. Нужен риск со стороны американцев. По-другому никак. У Колби Ковингтона, чтобы спасти этот поединок и завоевать чемпионский пояс. Итак, смотрим. Что сделает Колби Ковингтон? Ну, а Эдвардсу наоборот. Ничего нестандартного не требуется. Все работает. Джеб на джеб. Но все-таки это пятый заключительный раунд. У него, возможно, есть своя такая определенная магия. Плюс это последний раунд там. И вот такой перевод. Начинается борьба. 4 минуты. Сразу же оказываются спорбе. Пытаясь затянуть обратно на настил. И сам пытается переходить инициативу. Нет, перевод не получается. Ни туда, ни сюда. Здесь докатит, да. У него в карьере есть несколько побед именно удушающими сзади. Только одна нога заведена. И вот... Сом сопернику совсем скоро, потому что контроля не хватает. Сейчас Колби так правой ногой подрабатывает, чтобы не допустить зам... Треугольник. Да, одна нога на шее оппонента. Вот так вот. Спортсмены мокрые. Половина пятого раунда позади. Из гарда оппонента продолжает работать. Гард сквозь защиту. Колби Ковингтон. Камерфисты прижимают соперника. Минимизировать ущерб. Локти на коротке от Колби. Двумя руками удерживает левую руку соперника Эдвардса, не позволяя бить себя в голову. Ногой Колби. И время уходит, и оно действительно работает на чемпиона. Осталось потерпеть совсем... Да и вообще вторая половина боя получилась у нас гораздо ровнее, нежели первая. Вначале было небольшое, но уверенное прибытие.
Здесь-то есть доминирование, есть удары. А точных попаданий у Эдвардса в пятом отрезке минимальное количество. Коби Ковингтон по корпусу переводит на голову. Вновь разворачивается лицом и сейчас буквально... Поднимать не будет совершенно точно. Работы здесь предостаточно. Вот такие удары. Локтем блокировано. И бой в этой позиции и заканчивается. Гудит публика. То есть вот мы говорили, что все как-то для него плохо. Все катится к поражению. Но смотрелся гораздо лучше, как ты отметил, Леш, в четвертом и в пятом раунде. Цифры. Ну, опять же, раунды отдали Колби. Но первые три. Первые три-то да. Как, да. Ждем судейский вердикт. Так или иначе, боя Ислам Махачев и Волкановский. Две победы Ислама. Джон Джонс вернулся, Сирила Гана придушил. Чемно. Да, вряд ли это претензия на бой вечера. Планбекова, он сегодня выиграл. Да, также Шамиля Газиева и Коди Гарбранта. Знаем, что... Ladies and gentlemen, after five rounds, we go to the judges' scorecards for... Да, 4-1 по раундам. Все трое судей поставили в пользу Леона Эдвардса.